Это четвертый этап большой турнирной серии, который будет длиться в течение всего года, в который входит 10 этапов, проходящих в различных регионах Приволжского федерального округа. И по итогам этих 10 этапов 32 сильнейших игрока по рейтингу будут иметь право участвовать в суперфинале, который состоится в Ульяновске с 1 по 4 декабря.